Дошидели. С вами будет как это. Доброе утро, дорогие зрители. Наступило 30 июня 2019 года. Я вот только глаза продрала. И сразу же вот за свою мандалу. Я решила ее немножко изменить, поэтому вот сейчас надо разбирать. Не хочу вот такие лучики, хочу немножко другой узор. Потом буду разбирать сейчас. Покажу, что получится. Надо все успеть. Мне уже в 6 уезжать. Времени не так уж много на все про все. Еще монтировать. Еще собраться. Угадайте, куда еду? Ну, если кто супер догадливый, тот догадался, да. Еду в Санкт-Петербург. Снова. Очень рада. Как всегда, конечно. Всегда рада тому, что появляются какие-то новые возможности. И делюсь с вами радостью. Хорошие новости с утра, да. Не знаю, когда я буду монтировать это видео. Может, уже по возвращении из Петербурга. Или сегодня смонтирую. Ну, не знаю, попробую сегодня, чтобы выложить уже, чтобы не накапливалось. Какая-то еще сонная такая просто. Легла аж в 3 почти. Встала вот 9. Ну, пока-то сюда уже. Уже почти 10, время так летит. Короче, надо быстренько-быстренько мандалу доделывать. Подарок. Подарок для Буду Бальжевича. Настоятеля Тацана Гонзачени. У него скоро день рождения. Вот надо сделать подарок. От чистого сердца. Продолжаем. Новостью поделилась, главное все, теперь можно это самое продолжать свой день. Я теперь, кстати, вот на кружку воды, вот такую большую, стараюсь за раз не выпивать, потихоньку пью, чтобы желудок не растягивался. Вы тоже, если пьете воду по утрам, ну, лучше не пить большими количествами. Ну, и важно, чтобы она тепленькая была, комфортная для организма, чтобы он в шоке потом не пребывал от того, что вы его напоили, да. Колодезной водой. Сюда на мягеньком. Мур, мур, мур. Ну что, приступаем к завтраку. Сегодня у нас завтрак таков. Ягоды, малины, бананчик, кивичка. Тут у меня отруби пшеничные. И ржаные, вот это все будет теперь смешано, кашка. Вот, так вот. Вот такая красота получилась у меня. И кофечка. Приятного аппетита. И хорошего дня. Мандалу уже почти доплела. Вот так получилось. Хочу еще хвостики ей белые при это самое прикрутить. Все с мантрами. Такая вот она получилась. Достаточно простая, но так и было задумано. Вот что у меня получилось. Такая вот красота. Буддийский такой вот флажок в таком вот варианте. Синий, белый, красный, зеленый, желтый. Омани под мхом. Очень мне понравилось плести. Веточки были такие толстенькие. Нитки приятные. Вот так вот замечательно получилось. Так что очень я рада, что получилось сплести. И все с мантрами. Мантры тут все повплетались сюда. Но основная у Мани под мхом. Ну и другие тоже были. Как-то так. А я пока поеду, наверное, деньги поменяю.
А то в России не поменять белорусский. Не, может, где-то и можно, но... Поеду. А потом помонтирую, а потом еще тушь. Еще даже собрать еще ничего не собрано. Ну, мне-то особо там нечего собирать, но так. Какие-то вещи с собой. Какие-то, ну, еще пирог испечь надо. Ну, это быстро. Пирог закинул в духовку, и он печется там себе. А тут такие дела. Ладно, меньше слов, больше дел, да? Все. Ну вот, смонтировала уже одно видео. Почти загрузила. И еще надо два, кажется, смонтировать, загрузить. Чтобы пока меня не было, чтобы видео выходили. Итак, с монтажом практически разобрались. Еще чуть-чуть осталось. Уже 3 часа дня, поэтому надо идти печь пирог. Потому что в 6 уже надо выдвигаться. Я не знаю, как с этим видео, надо же его тоже как-то смонтировать. Может быть, уже после приезда. А что делать? Ладно, если будет время, то смонтируем. Не будет, так не будет. Надо еще вещи собирать. Ой, до последнего я вот тяну что-то. Но самое важное я сделала. Самое важное это было вот видео. Чтобы у вас было что посмотреть, пока меня не будет. Да-да-да. Я о вас думаю. Вот тут уже капустка ждет. Тесто на этот раз не замороженное. Мама сама вчера делала. Мы его на ночь оставляли. Тут сметана, маргарин, мука. Все в таком вот духе. Тюк-тюк-тюк. Вот какой красавец пирог получился. Капустой. Сейчас буду заворачивать. Надо уже спешить. Ну что, поехала я, короче. Ой, вроде все успела, что хотела. Единственное, что вот это видео, да, у меня не получилось его смонтировать, загрузить. Ну, ничего страшного. Разберусь уже, как вернусь. Уже почти 6:30. Да, почти 7. 7 автобусов. Уже ретрит. Третий мой будет ретрит. Круто. Едем. А вот и вокзал наш родной. Я опять нагрузилась. Турбы. Катя челночница. Золотая ручка. Ой. Да. Но все нужно, все нужно. Я планирую после ретрита побыть еще пару дней в Питере, поэтому там получилось чуть больше вещей. Взяла немножко провианта. Так, стоит, наверное, мой автобус. 7-я платформа. Ю-ху-ху, путешествие. Для гух-путешественница. Отправляется в поездку. Ой-ой-ой. Люди. Едем. Все мы тронулись. Питер, жди и трепещи. Ой, как я рада. Пока-пока, Минск. Закат уже. Ну что, добрались до Полоцка. 10:30 уже где-то. Как тут? Вокзальчик.
Ой, хоть и вышла размяться немножечко. Да. Ну что, я, наверное, с вами попрощаюсь. Шли вам лучики добра, любви из Полоцка. Я всех очень-очень люблю. Благодарю, что вы рядом. Мы снова отправились в путешествие. Снова на ретрит. Все вместе. Поэтому, да, попрощаюсь. Уже не буду снимать. Уже буду снимать, как приеду в Питер. Поэтому всем спокойной ночи или доброе утро. Кому что. Пока-пока. Всего самого доброго и прекрасного.